Всем доброе утро. Босик, доброе утро. Босик сидел, меня ждал возле кровати рядом. Как солдатик сидел. Не мяукал, ничего. Сидел, ждал, когда ж я встану. Да? То, сейчас положу тебе кушать. Голодный ты вечный наш. Пошли. Надо твои миски сегодня помыть, песик. Ой, еще и кушать надо купить. У него тут осталось в банке чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, конечно. Вот ему даже вот это вот я положила много. Он сейчас наестся, потом он нахлебается воды. И иногда вот рыгает. А вот когда 4-5 штучек, он поест, попьет, идет опять ложиться. И потом где-то через часик он опять просыпается, второй раз ест и нормально. Но вот это уже много для него. Ну, не знаю, у него, видать, нету этого чувства. Мне написали, что некоторые коты, да, у многих лежит много еды. Они, когда захотели, поели, все нормально. Но у нашего нету этого. Он будет есть, есть до потери пульса. Пойдет, походит, походит, потом опять вернется, начнет есть, а потом обрыгается. Ну и по традиции наш кофе. Пар идет. Запах кофе вам передаю. Че, босик, как дела? Наелся? Пить будешь? Ты пить хочешь? Да, пей. Ну и, конечно же, наш еще сейчас с сыном тоже, как говорится, ритуал пить таблетки. Ну, конечно, мы много не пьем, так по необходимости, но вот этот вот сироп обязательно пьем. Он продается без рецепта, безвредный такой. Тут, я уже говорила, да, тут мед с этим фенхелем. Фенхель, оказывается, по-русски тоже так и есть, да? Вот 3 раза в день мы его по столовой ложке. А таблетки так, да, когда если голова болит или температура, стараемся. Этот я на ночь, уже в эту ночь не пила, я одну только выпила, так вроде нормально сплю. У меня еще есть такая нюхалка в нос. Сейчас я покажу, кстати, может быть, кто не знает. Вот такая вот тоже от фирмы Вик, как и вот этот вот сироп. Помните, в России у нас были такие нюхалки, вот когда нос забитый, нюхать. Вот это вот она такая и есть. Если что, если вдруг кто-то не знал, да? Ингалятор штив, да. Сейчас я его открою, покажу. Ну, вот так вот он выглядит. Просто к носу подносишь и дышишь, и мы от него вот эти вот всякие масла идут. Нос пробивает хорошо, если забитый. Так что советую, если вдруг кто не знал, в аптеке тоже продается, он, по-моему, недорого. Я тоже маме сказала, она тоже такое купила. Удобная вещь. Попить надо, да, теперь? Ну, пей. И там попил, и тут попил. То в раковине, то в ванной. Мне говорили как-то подписчицы, что это надо ставить чашку от еды отдельно. Я уже говорила, как-то мы ставили, это бесполезно, он все равно в ванной околачивается, ему надо пить. Ну, вот такой у нас странный котик, да, Босичка? Да, ну, халёсий такой, мальчик такой, да хороший мальчик такой, пей-пей. Скажи, отвали и буду пить, да?
Наш субботний завтрак. Надо было взять мне, конечно, побольше тарелочки. Ну, как всегда. Всем желаю приятного аппетита. Всем, кто с нами сейчас завтракает или кушает. Так, пожарила тост. Так, такой сегодняшний наш завтрак. В субботу, да, воскресенье можно и порелаксировать, подольше посидеть. Босик, ты ничего не перепутал? Твоим девочкам, ну, да. Доброе утро сказать хотел. Точно. Босик, как будто для него постелила на столе. Для твоей попы. Сейчас кто у кого котов нету, тот не поймет. Всем доброе утро. У меня тоже сегодня такое. Удивительный завтрак ожидал. Красивый. Прям. Ну да, ты мне, я тебе, как говорится. А, у нас так, да? Ну, шутка. Да. Чё, Босик? Босик, ты нам чё, просто свою теплоту, да, душевность даришь? А мы тебе вот позволяем на столе сидеть. Это точно. Только кошатники поймут. Как можно коту на столе сидеть? Сама раньше удивлялась. А теперь сидит, как будто бы так и надо, да? Вот смотрит ещё нагло на меня. Ты же, говорит, меня любишь, да? Ну все, ладно, будем завтракать. Что там? Он тень мою увидел. Смотрит, тень там. Что там? Босик, что там? Ой, погода у нас ужас ужасный. Да, Босик? Что там? Что творится? Скажи, где птички, да? Нету птичек. Все спрятались. Дятел улетел. Босик запрыгнул на подоконник. Дятел улетел. Где дятел, Босик? Всем привет. Мы уже в машине. И от меня всем здрасте. Вывез Женю на прогулку. До этого дня вообще на улицу не выходила. Сегодня вот третий день. Думаю, надо хоть в машине там где-то выйти. Если Коля куда-то в магазин, я буду в машине сидеть, да? А да. Ты сходишь. Хоть так выйти. Можешь возле машины постоять. Я, кстати, сразу выгулить мою курточку красную. Правда, она такая теплая, вообще классная. И мне нравится то, что замок, знаете, не серебряный, ну, в смысле, не серебряного цвета, не золотистого, а именно что черный он или синий. Синий. А, нет, темно-синий. Я думала, черный что-то. Ну, как раз, слушай, к этой кофту я одела синюю, темную, как раз по цвету. Классная курточка, я рада, что ее купила. Всем спасибо. Там, как я и говорила, да, многие цвета были, но вот красная мне прям приглянулась. Коля, вот эта красненькая тоже по цвету мне. А Коля никак не хочет менять куртку. Ну, в том смысле, что у него их полно курток. Но мужчины, вы знаете, да, если засядут в одно, это пока не сдерешь. Вот не заметишь, что одел, все так и пойдет. Ну, все, с курток начинается, потом начинается шифонер маленький. А у нас уже просто больше шифонер не запихаешь в квартиру. Это правда. Чем больше места, тем больше барахла. Так что будем жить в маленькой, да? Меньше хорошо, что я еще такой. Ну, мужчины, мне кажется, все такие. Не тряпошки. Ну да, мне кажется, мужчины все такие.
Это правда, пока тебе и не это, сам ты не возьмешь, не оденешь. Как впялишься в одно и будешь ходить. Я только в отпуске могу переодеваться. Ну да. Ну, ладно. Потому что вещи берешь с собой. И надо их все выгулить. Это точно. Потому и то, их... когда мы последний раз ездили, так и привезли твои штаны белые. Да? Так их и ни разу не одел. Новые, между прочим, купили, и ты ни разу их не одел, помнишь? Да. Ну да, то, что жарко было. Хотя вечером можно было. Ладно, будем ехать. Все, пришли мы домой. Не хочется сильно так гулять, потому что погода не очень, да, Коля? Да. Вышли так вроде это, чуть-чуть это и зашли. Витаминчики кушай. Да, Коля вот витаминчики мне поставил. Да, сыну тоже отнес такую кисюшку. Даже яблоко почистил. Спасибо. Все, как ты любишь. Любой каприз. Ну надо же. Я сам удивляюсь. Спасибо. Синяя прям. Вот эти писюшки хотела. Хотя за кисюшки, писюшки в наборе в этом, в Икее брала, они такие, это, разные все. По форме одинаковые, цвет тоже одинаковый, именно рисунок разный, прикольный. В Икее как-то брала тоже синий. Ваза тоже это с Икеи. Надо воду, кстати, поменять. Уже вот эти беленькие выкинуть. Они уже, а вот эти я смотрю, да, начинают немножко так набухать почки. Ну что, хачапури когда будешь делать? Ты ж хотел, будешь, нет? Буду. Там надо тесто, да, сколько ждать, когда сделаешь, час, пол, или сколько ты? Ты как-то один раз же делал. Сначала час надо, чтобы оно как бы это, потом еще на полчаса, после того, как перемесишь. Ну, давайте сделаем, точно. Ну. Что-то я заскучал. Ну, да, неделю на больничном был, чуть ожил, да? Да, надо что-то делать. Все. Хачапури будут. Окей. И еще хотела сказать, вот такие вот таких вот кисюшек, да, или как пиалы их называли, в Казахстане чай мы пили. Кто казахи помнит. Наверное, узбеки тоже, да, Коля? Да. Узбеки, вот казахи. Вся Азия. Да, вот мы пили, кстати, вот так вот держишь их. Ну, некоторые казахи снизу, да, или нет? Нет. Не, обычно вот так, да? И да. По чуть-чуть так чаю. Наливали, пили. Правда, да, такой что? Густой, красный. Прямо что некоторые такой был. Вот так, да, пальцем. А некоторые вот так. Ну да, кто как. Да. Не полную наливали, а так половинку, да? Даже меньше половинку. Даже меньше. Но сначала шла за заварка. В основном шла не, молоко заварка. Сначала. Подожди, что-то я уже забыла. Потому что я сама помню, тогда хороший сначала чай молоко, заваривала. Да. Сначала молоко. Я еще помню, твоя тетя Оля, она за казахом, ну, за, как сказать, за натуральным казахом. За настоящим. За настоящим казахом замужем, да, Колина тетя. И вот я помню, она как-то в гости приехала тогда еще там, когда я с вами жила. Они все приехали. Да. Я заварила чай такой хороший казахский. Она меня еще похвалила, говорит, молодец, Женя, умеешь чисто по-казахски заваривать. А сейчас, честно говоря, отучилась уже. Потому что мы его уже не пьем. Мама еще пьет густой такой, как наш казахский чай. А мы не уже отошли от этого. Раньше тоже любила. Коля тут на быструю руку сыну и себе приготовил. Я такое, конечно, не люблю, но мужчины такое любят. Это у нас что, картошка, помес был в морозилке. И вот эти вот как крылышки, да, тут пожарил в духовке. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас они будут кушать. А хачапури попозже, да? Да. Окей. Ну вот. Наш начинаем. Шеф-кох или как? Да. Кох-шеф. Шеф-кох. Да, приступает к работе. Ну что ты у нас сегодня собрался делать? Хачапури по-аджарски. Да. Мой любимый рецепт. У меня все записано уже давно. Я его дорабатываю каждый раз. Ну, да. Так, сначала нам надо 400 грамм муки просеять. Не, что вообще туда надо? Ты сейчас будешь говорить или я потом напишу? Можешь читать оттуда. А, нет. Между снимать и не читать. Так, 400 грамм. Давай нарисуй, наверное, я сразу поставлю. 400 грамм муки сейчас надо? Да. У тебя тут что, муку-то уже насыпал? Ну,
В чашке. А зачем ты ее сюда насыпал просто? Ну, на нуле она, да, так и есть. Так, вот теперь на нуль ставь. Теперь на нуль. 400 грамм муки. Чего, просеяли? Ну, так сказать, кислородом ее напитали. Теперь добавляем туда пол чайной ложечки сахара, пол чайной ложечки соли и сухих дрожжей, одну чайную ложку. Где-то так. И сухие дрожжи у меня вот такие. У тебя. У нас. А там же вообще есть такая открывачка. Да. Ну, долгая. Так, чайная ложка. Дыночка. Не знаю, они живые, не живые. Должны быть живые. Будем надеяться. Еще как-то проверяют, но времени нет. Чайную или две? Я чуть больше. Чайные ложки у всех разные. Так, что, это все так перемешиваю. И молоко надо, да? Сколько молока? Так, молока 250 миллилитров. И теплое. И такое, чтобы оно было 38 градусов примерно. Именно 38? Да, ну как-то так и это. Еще на кефире, да, вроде бы же делают? Температуру тела. А это на молоке? Да, ну разные рецепты есть. Ну да, их в интернете столько много. Да. Ну ты пару раз, да, делал уже такое? Как-то один раз дома и в Россию ты ездил, да, с мамой делал. Вообще там у всех отваливались. Кто, что отваливались? Языки. Или как это сказать? Челюсти. Слюна, слюна. Слюной исходили, да? Ну да. От вкусноты. Я тоже. Вот, там сыр другой был, тут мы что-то... Ну, вроде взяли в русском магазине адыгейский. Там тоже вы адыгейский брали? Да, адыгейский тоже с каким-то мешали. С Каода. Да. Ну, короче, вот так вот сейчас перемешаем, да, там с молоком. Потихоньку-потихоньку вилкой замешаю, потом руками пере это самое и покажу дальше, как будет. Окей. Ну, в общем, вот такая консистенция получается, да, как резиновая. Угу. Молоко впиталось в тесто, и теперь добавляем 2 столовых ложки растительного масла и продолжаем руками. Уже это тесто, оно без яиц, если что, замешивается, да? Да. И что, потом сейчас руками будешь перемешивать? Да. Сначала вилку немножко. Вот, замесил почти тесто. Да, ну, в общем, такое оно получается. Должно постоять еще, еще, да? Часик потом постоит. Потом его перемесим. Еще полчасика постоит. Но сейчас я еще немножко молока добавлю. Оно жестковато чуть-чуть. Жестковато? На ощупь, да. Ты уже спец. Я знаю, какое оно должно быть. Окей. Вот, что, вот такое это жестковато. Ага. Должно вообще такое быть. Чуть. В общем, вот такое вот получилось тесто. Так слегка приминаю, вот такое мягкое. Теперь в духовку. Там, где крылышки только что жарились, там примерно градусов 50 еще есть, 40. Чтобы чуть постояло. И пусть, да, оно постоит, чтобы дрожжи немножко его подняли, чтобы оно, клейкорина эта вся распухла. В общем, отправляем в духовку. Да, ты уже снимаешь. Ну, в общем, уже постояло. Час постояло, а потом его помесил чуть-чуть. Сейчас оно попишу. Сильно не поднимается, да? Не, оно же это... Не должно сильно подниматься. Не для хлеба, да. Ну, пахнет таким уже, да, дрожжами. Ну, все, сейчас. А, еще сыр же надо, да? Да, сейчас я тесто отдохнет чуть. Вот такое вот оно мягкое становится. Бум. Ну, да, прям мягкое такое. И я его разделю на две части, и получится 2 хачапуры. Или 2 хачапуры. Ну, сейчас еще сыр натру быстренько и... И в атаку.
Вот этот сыр, который мы в русском магазине взяли, адыгейский, немножко еще отрезали от кауда, да? Короче, вместе надо сколько? 400? 400 грамм этого, и я всегда делаю 50 грамм этого. 450 грамм, Голоду. Да, и... сейчас натрет на терке, и будем дальше продолжать. Ну все, теперь разделяем на две части, раскатываем. И вперед, Алга, Комсомол. Здесь вот уже сыр натертый. Масло еще надо было растопить, чтобы вокруг смазывать, да? Да, да. Сколько тут? Ну, грамм 45 где-то. 40-45. Лишь бы смазать просто. Ну, сыр вот этот вкусный адыгейский. Я сейчас попробовала. Буду теперь брать его в русском магазине. Чуть раньше мы не брали. Ну это, Коля, по краям тогда ты делаешь, чтобы как пиццу делают, да, ранд, меткезы? Да, да. А в тот раз, по-моему, ты так не делал? Делал. Делал. Всегда. Сыр всегда. Когда всегда ты один раз делал? Дома. Я же в России дома. А, ну да, в России ты делал. Дома ты один раз делал. Я помню, когда я канал только начинала вести, помнишь, ты как-то делал? По-моему, ты не делал. Вокруг сыр. Делал. А, ну ладно, не буду спорить. Делал. Что-то я не помню. Вот такую лодочку делаем. И вовнутрь тоже сыр, да? Да, потом. Ну, это чисто сыр. Мужское такое занятие, да? Хачапури по-аджарски. Да, это вот чисто мужское. Ну, Коле нравится женский, такое. Да, ну, да, женское, конечно, тоже. Да. Кто с тестом дружит, да? Да. Ну, мама моя тоже уже умеет делать. Ну, твоя мама умеет все с тестом. Ну, еще делать. Сама не пробовала. А-а-а. Ну, твоя мама все умеет с теста делать. Так что мама там это, да. Да, смотрите, вот Коля делает опять. Он у вас делал, теперь вот дома делает. Надо еще как-нибудь вареники сделать, которые вы делали с мамой, сырой картошки. Ну, точно. Забыли совсем. Так. Ну, все, лодка готова. Две штуки вот как раз получится, да? Угу. Ну, теперь туда, да, надо переносить. Да, лучше сразу в этот положить. Ну и сейчас Коля уже вторую сделает, а потом дальше покажу, как он будет делать. Ну все, две уже сделал, теперь сыр сюда. Сыр, в общем, еще расплавится, так что его можно с горочкой наложить. А потом уже, да, желток надо. А потом, да, сделаем углубление. Когда они уже готовы будут, углубление в середине и желток туда хлоп. Что, весь сыр уйдет? Да. И духовку нагреваем на 180 градусов. И на сколько ставить сначала? Сейчас ты поставишь. Там 20 минут и все. 180 градусов. Двухсторонние. Угу. Ну и смотреть, как оно. По... ну да, потом по цвету покажем. Внутри, там где сыр, там все будет. Ништяк. Ну да, я помню, мы ходили в этот, в ресторан Баку, да? Баку не, ходили? Не Баку. А, не, не Баку, это другой. Как же Баку он назывался? Это... Сулико, Сулико. Азербайджанский. Да, мы ходили в этот. Грузинский. Грузинский, да. В Гамбурге, да. У нас в Гамбурге есть, да. Мы ходили и в Баку, и вот в Сулико.
То, что там хинкали ели, вот эти вот хачапури по-аджарски вкуснятина. Надо будет, кстати, как-нибудь сходить обязательно. Мы тогда ходили с семьей, с детьми. Да, и на видео. А? И на видео. Да, и на видео обязательно заснять. Вкусно было, да, тоже очень. Там и тархун мы пили, прям ихний, прям оттуда, да, они его привозили? Да, да, прям с Грузии, да, все. Вообще грузинская кухня, да, это, конечно, вкуснотень. Теперь ну и последний штрих. Смазываем маслом края, чтобы они поджаривались, так сказать. Блестящие были, да? Не-не, блестящие не будут. Наоборот, будут матовые. Это сливочное масло. Окей. Ну, будет красиво. Ну да. В конце потом посмотрим. Ну, вообще-то уже кто-то и видел. Вот такие две лодки. Красивые. Отправляются в духовку на 180 градусах. Ну, с Богом. Да. На среднюю, да? Да. Ну все, вытаскиваем. Красота какая! Получается, пахнет как. Набухли так как. Мы уже тут желтки от белков отделили, если что, чтоб заранее. Так, серединки делаем. Сыр сам по себе он такой жирновастый. Да, делаем ямку побольше, чтобы желток влез. Ой, не видно. Опа. Во второй. Хайс. Хайс, 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 хайс. Берем второй. Опля. Масло, да, надо? Да. Теперь берем масло. Чуть-чуть много. Ладно. Кладем сюда. Кладем сюда. Там сюда. И сюда. У нас тут еще масло осталось. Ну, можно его тоже. Маслом кашу не испортишь. Просто когда будем макать, будет во что макать. Вуаля. А теперь надо перекласть, да, сюда? Перекладывай. Угу. Красота какая. Торнфельдер, да?
Надо грузинское вино. Дорнфельда, грузинское вино. Не подходит, Коля. Зато красное. Чуть-чуть только, чуть-чуть. Ну, а теперь показывай, как надо кушать. Ну, конечно, наверное, все знают, но просто это... Ну, просто как это? Сейчас пока свежее. Свет включить. Пробу снимаем. Вот так вот. Сыр там тоже, да, в ранде остался вот с этой стороны. Да, тесто классное. Итак. Ой, надо быстро-быстро хомячить, пока свежее. Ништяк. Ну все, будем кушать. Приятного нам аппетита. Так что готовьте, если что, рецепт оставим под видео, да? Напишу. Ты напишешь? Окей. Напишу. Ну давай тогда прост. Так что всем приятного аппетита. Всем огромное спасибо. Генацвале. Да. Генацвале. Что это? Товарищи. А-а-а. Ну все, всем пока и всем огромное спасибо. Тут посмотрите, как аппетитно выглядит, прям как сыр оттуда вытекает, вот который с краев, он, Коля в край же тоже сыр делал. Ну, всем советую, обалдеть. Вроде тесто такое незамысловатое, да, вот просто там молоко, дрожжи, мука и все. Но тесто офигенное. Прямо аж так и хочется туда залезть. Шутка.